учусь в ЕГУ на специальности международное право, право Европейского Союза. В детстве я мечтала быть балериной, даже начала ходить в хореографический кружок, но отходила туда только где-то около 1,5 года, так как у меня было очень плохо все с растяжкой, и мой рост не очень позволял мне быть балериной. Я довольно невысокого роста. Вот. И сейчас, наверное, я даже как-то рада, что в тот момент у меня все не получилось, потому что сейчас я не вижу себя в качестве балерины, и танцы меня особо не интересуют.